Hej, cześć, z tej strony Ceker i lecimy z dalszą częścią metra. Jesteśmy w tym miejscu, w którym ostatnio skończyliśmy, więc zaczynamy. Так, сейчас надо прошукивать еще один. Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Пацан. Слышишь, начальник, а может все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте... Российский, файный язык. Сейчас не гадаю. Файно. Ну, а с ним говорить, а много. Ну, знаете, какая-то. Стоять! О, что тут мамы. Хотите это все затримайте и прочитайте. Добра. Я с тобой разговариваю. Ну, стой спокойнее, стой. Как армата моя? Карабин такие вот. Все нормально. Эти двое могут проходить. Добро пожаловать на проспект Мира. Добра. Давай, давай, шевели булками. Или ты хочешь остаться с этими красавцами? Следи за языком. Бля, мы вляпались по самые помидоры. На запоре чё, и раз не могу отдать. Ну и вообще, это са пожички. Это пение пожичать. Тут по этому здесь амуниция была. Но я хуже не знаю где. О, эст. А ты не слышал? Странная история с ними. Странная и страшная. Добра. Значит, этот поезд очень трудно пройти, а обойти его никак нельзя. Ну, на Ганзу нам пути нет. Но зато... Вагонов, слышишь, держи патроны. Пойди купи пару фильтров. Добра, идем на закупку. Есть одна мыслишка. Я пойду перетру поезд. Где ты с продавцем? Нет, зараз, зараз. Куда вы гуляете, вы сдавали это, вы понять, я сдаю. Командир сейчас за. Подойди. Езу, это 200 стоишь. Куда? Нема тут. Где он там раньше, да, хуй. Зараз так составим. А właśnie, chciałem ulepszyć ten Tichar, tak to wręcz nazwałem. Chciałem ulepszyć coś do stosu. Cholera, nie ma. No ja myślałem, że bo nieszczelny zbiornik jest zawsze i ucieka do powietrza. Wskaźnik laserowy. Dobre, lepsze. Zaraz nie wiem, czy to się opłaca. Tu jeszcze może zanotujmy coś. Zaraz, czy to jest opłacalne, się zastanawiam, cholera. Nie, celownika nie chcę, ale możemy... Ile tu? Tu mi 30? Lufa można by było. No dobra, palić to. Trudno z tą lufą, nie, to, to dajmy tutaj ten celownik kolimatorowy. Dobra, i teraz mieliśmy jeszcze filtry kupić, tak? Tu kupimy parę filtrów, nie tu, nie tu, nie tu. Dobra. Хороший рабочий инструмент. Jeszcze co tu granaty zapalają? Czy dwa kupimy? Dobra. Gdzie amunicję sprzedają? Tutaj. Jest jakaś amunicja potrzebna? Ale to mogę sprzedać amunicję w sumie. Mamy jej dużo. No ale cena sprzedaży jest świetna, jak w kantorze. Ja jej sprzedam, bo nie mam pistoletu. O kurwa. Walić. Przeżyję bez tej amunicji jakoś. Dobra, już nie będę wydał kasy, na pewno nie będę miał. Co tu jest? Co to jest?
Целить, а? Ale fajnie. Dobra, to weźmy karabin, którego nie mamy amunicji. Nie, bo nie, nie będę marnował naboi. Szkoda pieniędzy. Znowu coś znaleźliśmy. Przeczytajcie sobie. Co tutaj jest? To jeszcze wcześniej było. Jeszcze to. Gdzie mam iść teraz? Zaraz trzeba wyjąć mapkę. Zobaczymy. Musimy iść tam gdzieś. Nie, co na pół idzie. Schowaj i lecimy. Dobra, coś z dywany sprzedaję. O, gitara. No, co jest? A, jaki dobry dźwięk. Значит так, я тут добазарился с одним перцем. Мы, конечно, жматяры нереальные, но тут уж ничего не сделать. Зашибись, все выдвигается. Ну, заплатил моими бедрогами. На то тут прийтись за шестайте. Никто ничего не заметил. Это Земля, третья планета Солнечной системы. У нас аварийная ситуация. Точно. Называется наша галактика. Млечный путь. Но зеленым человечкам это ни о чем не скажет. Фурбор? Будто сам не знаешь. Ну, давай пульки и проходи. Я уже Михи забашлял. Но мне ты ничего не платил? Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Это идея. Вот дерьмо. Да, приятно с вами иметь дело. Да ладно. Что касается нам... Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. Черт, ненавижу. Климат также и заебистый просто. Светная игра. Jedna z moich ulubionych gier. W sumie Metro jest chyba na pierwszym miejscu, a drugim Stalker. Dobra, idziemy. Kurde, tylko 31 nowej mam. Jak opisać uczucia, kiedy po 20 lat w tunelach widzisz niebo, kiedy widzisz miasto, w którym kiedyś narodził się i w którym teraz władzuje чудовище. Вот он, мертвый город, сказал мне Бурбон. Добро пожаловать. Ну, если на повышке, маска нужно заложить и лечимы. А теперь будь очень, очень на стрёме. Очень на стрёме. Какие смешные это слова. А вот и счастливые, бля, жители этого райского городка. Вася, пошукаем эту амуниции. Сталкеры. Эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действуют. И здесь же труба уже давно скопытилась. Езус. Они достанут твердые, замороженные, но чистый снеговик в одежде. Лесен гамой в попу, разом добра, возьми аптечка. О, матку. Добра, надо уважать, Варти. Они часто на поверхности скромы мастерят, куда добычу ставливают. Так что ты давай, гляди в оба. Насались. И наверху у тебя не будет вообще ни из патронов. Ну и добре, так мы знаем, чтобы это пошукать. Так, что ты знаешь? Заебись это место в играх, но так, как можно разные вещи шукать. А что ты маслинок насыпала? Спасибо, братан. Вроденность. Ну что, готов? Ну, тогда готов, двинули если. Дальше. Дай мне еще тест из него. Фильм чего был. Не, вам интересно. Добра, ну то теraz... А, еще тут sprawdzę, bo coś mi się wydaje, że tu coś jest i tam chyba klucz jakiś znowu. No jak. Nie wiem, dlaczego te klucze są, cholera jasne, cały czas muszę sprawdzić, może w internecie zobaczę. Dobra, chodźmy już. Otwieraj.
Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведет к Сухаревке. Там мы с тобой попрощаемся. Мой калаш станет. Так, твоей, добрый, та собака с дедовства. Залиси. Пацан, начкуйся! Ну, таратенцы говно. Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, начкуйся в любую щель. Их тут демонами кличут, но лично я называю их суками. Вот он, мертвый. Мэр расслабится, он страшнее в курвянце, это демоны. Точнее, такая миссия, же чавач, там так... Ой, я страшно пешкодаю. Я почти не дал. Ебаем до воды. Ой, опять. Ой, я звал, комбинами. Добра, хочем. Давай, прыгай, я тебя поймаю! Настык! Ну хвост я и рубить, не запомни. Да что ж мне так? Ну Вася. Ну я канал зараз 6. Придется тебе обойти это, Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в 2 секунды. Вон там, видишь здание с ворота? Да, раз я вам еще так не плачу, если ты так не... Тебе туда. Я буду ждать в здании. Там мам еще, але? Позиция ордена. И не там один. Добра. Ладно. Ладно. Идем. Что есть? Нема. А это сига сессия, о курва. Фак, где тут себе, где еще все сховать? Прям? Что тут мамы? Teraz się będzie trzeba zmieniać, co? Zdycha, Jezus, jak ja sobie wytrzymałem z kurwysem. Dobra, nie wiem, to będę ze strzelbą złożył lepiej. O Jezus, myszka mi się zaczepiła. Dobra. No, tak myślałem, że coś jest w tym nie tak... się kończył. Coś tu mamy. Trzeba dokonać pełnej eksploracji. A, ja już wiem po co są klucze. Do sejfów. Ale ja pierdolę. Długo się myślałem nad tym. Schowałem zawsze jakieś rzeczy muszą być. Patrzcie w każdej grze. Idealny headshot, świetnie. No, chyba się właśnie wpakowałem, kurwa, w coś. O, w dupę idę i tu. Z dwóch lub wyjebałem. No i co dalej? Teraz tu jeszcze. O, tu mi się wydaje, amunicja była. Dobrze mi się wydawało, coś tu jest.
Ага, вкусно. Ну, добре, мечтаем. Добре. Вадиме. Эй. Натискай.
Вот ты меня напугал, парень. Рад, что справился. Я, честно говоря, думал, что ты уже жмур. Почти. Почти пришли. Еще один двор остался. Давай вперед двигаться. Вот дерьмо-то! Слышишь это? Давай понемногу отходить. Главное, желтый снег не есть. Возвращались в метро. Я чувствовал, что мне в нем уютнее, спокойнее, чем в городе, где я когда-то родился. Где же мой настоящий дом? Да хоть на Сухаревской. Тем более у Бурбона там были друзья.